Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру «Выживший в опасной зоне». Так, ну что, ребятули, я пришел в здание, хочу здесь немножко полутать. Особенно вот второй этаж, я его не допрошел, потому что тут зомбарь был. Но наступила ночь, я убежал домой, поспал маленько, и вот я... Ага, вот он. Теперь я вижу, что это за охламон, нам его нужно отдубасить. Как видите, у меня, ребята, мачете. Нашел, да, нашел ее. Так, залутаем. И, кстати, да, ребят, я начал игру все заново, потому что, оказывается, здесь нужно делать вот так вот, ребята. Сейв. Только в этом случае у нас сохраняется наш прогресс. А я этого не делал, вышел, зашел и не понял, а почему говорю с самого начала. А вот, оказывается, в чем, ребятушки, проблема. Так что, если у вас то же самое, не забывайте сохраняться, если хотите дальше продолжать и не потерять свой прогресс. Ну что же, я думаю, на третий этаж нам, наверное, надо съездить. Надо быть очень-очень аккуратным, ребята. Здесь, короче, игра на выживание, я это понял. Кто дольше всех проживет, тот, короче, и победитель. Пока, если посмотреть, ребят, по статистике, где она тут у нас показывается. По-моему, здесь не показывается, да? Или показывается? Короче, ребятули, 45 дней кто-то тут выжил, это предел. Я пока выживаю 3 дня. Не нравится мне этот хламон. Здоровье, блин, у меня очень мало здоровья. Тут все, ребята, знаете, надо тратить с умом. То есть ресурсы не возобновляются. Если они кончились, то все, этот дом будет пустой. Тебе придется бежать фиг знает куда и хрен знает сколько расстояний, чтобы что-то поиметь. Ты понимаешь, о чем я? Также не забывайте, что стамина. Стамина нам нужна для чего? Для крафта. А голод, вот, ребята, курочка, макарошки, все вот эти вот... штучки мы едим и, соответственно, заглушаем себе голод. Поэтому я в этот магазин, точнее, в этот супермаркет и отправился. Хотя, на самом деле, вроде было написано, что это почта у нас. Ну, не имеет значения. В общем, вот так вот я залутал здесь все отлично. Че он там? Он хочет кушать. Блин, он хочет уже кушать у меня, понимаешь ли. Сколько? 15 всего лишь, блин. Ну, придется, ребята. И курасадчик тоже. Мало, конечно, все это нам дает. 30. Это, ребята, я так понимаю, семена, вот это кофе, можно там кофе варить. Но, по-моему, там нужно очень много зерен. Короче, я вот этот вот магазинчик облутал полностью, да. И надо теперь подумать, куда нам рвануть. Также, видите, у меня очень мало здоровья, правда, есть две аптечки. То есть, грубо говоря, еще 100 хп могу себе возобновить. Но это ничто по сравнению с тем, сколько мы, ребят, здесь затрачиваем. Так, я вот думаю, куда мы нам еще сходить. Видите, я, ребята, залутал пока однозвездочные здания. А что у нас вот тут? Так, офис, строительный офис. Я, ребята, не знаю, даже, может быть, в него сбегать, сходить. Видите, где галочки стоят, это означает, что я полностью залутал. Вот в такие трехзвездочные очень рискованно ходить. А что такое за дом? Смотрите, ребят, дом какой-то. Давай зайдем, посмотрим, что это такое. Что за дом? Хм, я здесь не был ни разу. Глянем-ка. Главное не попасть, ребят, в такую штуку, что... Опа. А это кто такой? Я надеюсь, дружелюбный. Не надо будет мне с ним... Ночь наступает. Парень. Ага, мы его можем... Подожди, это торгаш, так ведь? Он хочет с нами поторговаться. Точнее, мы хотим. Ну, давай, предположим, палку. А футболка что вообще дает? Он соглашается или нет? Я не знаю. Трейд. Не хочет, ребята, не хочет. А как мне узнать, что ему нужно, когда он захочет? Хм, странно, странно. Блин, ночь наступила. Ну, по крайней мере, здесь, ребята, спокойно, я надеюсь. Выживший стоит, значит, да. Надо будет запомнить, что... Ой-ой-ой, как мы, ребята, с вами проголодались. Я надеюсь, мне хватит до сюда добежать, а? 35 еды, 35 стамины. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребята, здесь можно отдуплиться в любую секунду. Закончится у тебя, например, стамина. Стамина восстанавливается, кстати, когда ты спишь. Это вам на будущее. Ух, ну что ж, надо, я не знаю, поесть и киморнуть, по идее. У нас есть еда? Есть. Давай вот так вот наполним себе желудочек. И киморнем, наверное, часиков 8, да? Как раз до утра, до самого. Блин, самое обидное, если у нас закончится, ребята... Ну, голод, да, я вижу, у нас голод идет. Плюс нам нечего даже похавать. Понимаешь? Скрафтить, ну-ка посмотрим. Это нужен второй уровень.
Здесь яблоко нужно. Это у нас все закрыто. Не могу я ничего сделать. Ребята, хоть убей. А здесь? Мяса нет. Ага, мы можем вот что сделать. Давай-ка я возьму. У нас, по-моему... Погоди-ка, а разве брокколи у меня... Блин, я взял их, съел, да? Угу. Понятно. Так, интересно, может быть, на чашечку кофе... Что это за зерна такие? Для чего они? Давай молока возьмем. И посмотрим. Можем мы вообще что-нибудь приготовить? Не хватает одного зерна. Ядрить тебя на корень, а? Макаронки. Ну, это второй уровень нужен. Естественно, нужно его прокачать. Короче, я как-то попал, по-моему, да? С едой и вообще со всем этим. Что у меня? У меня ничего нету. Аптечка. Надо за хавчиком куда-то идти. Да открой ты ворота, ядрить тебя на корень. Давай-ка посмотрим, где у нас вообще еда и успеем ли мы дойти с 90, как говорится, процентами сытости. Куда ты побежал? Я хотел посмотреть. Не вариант, ребята. Давай вот в эти апартаменты заглянем, что тут. Блин, тут ресурсы. Где хавчик? Мне нужна еда. Есть. Давай сюда, побежали. Может быть, все-таки выживем и немножечко... Как говорится, разживемся на еду. Хотелось бы вот так вот. Если нам еще тут противные зомби мешать не будут. Ну-ка, лутанем. Дай еды, еды, еды мне. Нет, дают мне не еду, а материалы. Я, конечно, все понимаю. Я благодарю игру за то, что она мне хоть это дает. Но мне бы хавчика. Опять какой-то, ребята. Ну, нет, не то, все не то. Ну, по крайней мере, здесь очень близко выход. 12 часов дня у нас. До выхода зомбарей у нас еще... О, 3 этажа, отлично. Значит, тут мы точно с вами что-нибудь налутаем и найдем. Так, понятно, здесь тупик. Здесь тупик. Жизни у нас 143. Опс, 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 опс. Отходим, отходим, отходим. Лупи! Кстати, ребята, достаточно один раз нажать на зомби, и он его бьет автоматически. Не надо там кликать, как я раньше это делал, по 1000 раз. Это, по-моему, зомби у нас будет покрепче. Да, бедная моя мачете, наверное, скоро рассыпется. И тогда я останусь без ору... О, курасанчик. Хотя бы, ребят, хотя бы курасанчик. И... О, нормуль. Эти материалы нам нужны. Давайте курасанчик перекусим, потому что, ну, уж вообще как-то мы с вами на пределе, да, играем. А, вы еще не забывайте, что мне нужно будет вернуться до дому. Кстати, да-да-да. Мне обязательно здесь нужно найти еду, иначе будет финиш. Я не смогу дойти до дома, просто он с голоду у меня умрет. И будет у меня рекорд проживания, блин, 4 дня. Хе-хе-хе. Обалдеть. Рекордсмен, блин, по выживанию. Вот этих еще говрюш мне тут не хватало. Ну ладно, этот пока допиликает. Я ничего не могу даже перекусить. Мясо сырое, но это чревато. Побежали в атаку. В атаку! И этот еще подключился. Ну, бьем, 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 бьем. Хильнемся на всякий случай. Мало ли, как говорится, что, да? Может произойти. Пускай лежит и отдупляется. Так, еда. Мне нужна еда срочно. Блин, они не дают, ты прикинь? Они все сговорились. Ну, хоть ты дай что-нибудь, а? Гнилое старое яблоко червивое. Нафиг оно мне нужно? По-моему, все, ребят. Приплыли. Я в эту сторону ходил? По-моему, ходил, да, сюда? Угу. Зашибись. Главное, было написано, что здесь еда. Я, кроме ресурсов, здесь ничего, к сожалению, не нашел. Блин, я понимаю, что ты хочешь есть. А что же мне тебе сделать? Это яблоко 10, всего лишь 10. И тут сколько? 15. Пу-пу-пу-пу. Это что, вы прикажете мне бежать до дома? А дойдешь ли ты у меня до дома? Ты же от дома фиг знает на каком расстоянии. Ну-ка, сколько? 15, ладно, хватает. Сейчас мы сделаем с вами... Что? Я столкнулся с зомби, да? По пути, пока бежал. Ну да, вот мне этого только и не хватало. Ладно, лупи, лупи. Оп! Ребят, ну вы поняли, да? Хе-хе. Давай палку бери, бей! Стоит, лыбится. Блутаем. Консерва. Фу. Так, нам повезло. Мы живем. Еще маленечко проживем, потому что консерва очень питательная. Видите, она дает соточку. Великолепнейшая просто.
Я бы с удовольствием, честно говоря. Спасибо, кстати. О, а вот этот вот, а вот этот, ребята, зомби очень, очень, блин, злой. И я его сейчас не знаю, как буду бомбить. Ну, стопудово нам нужно залечиться. Ты посмотри, а. Ой, блин, он, ребят, как в броне, знаете, вот этот в ящик залез в контейнер сраный и сидит там. Все, я его подбил. Давай лутанем хоть, дай что-нибудь там, материалов каких-нибудь или еды, еды нет. Он говорит, болт тебе, рычаг, а не еда. Я тебе дам материал. Не, хотя материал это тоже хорошо. Но знаете, когда у тебя в кармане нет ни яблока, ни оружия, твои материалы можно куда-нибудь подальше засунуть. Так. Кровать. А что если мы, например, улучшим кровать? Что она нам будет давать на втором этом? На втором этапе. Я не знаю, что она будет давать нам. Я знаю, что... Вот это вот нам нужно прапать на второй уровень. Вот что я вам могу точно сказать. Блин, а я яблоко сел, прикинь. Сейчас бы получили с вами кучу муки. И горе бы не знали. А теперь бегать тут. Штаны наложившие. Так, ладно. А, мы с вами шашлычок заварганим. Сейчас мы вот это вот заберем все. Да ведь? По красоте. И я, наверное, все-таки сделаю... Погоди-ка секунду. Мы можем... О! Слушай-ка, может быть нам все-таки... Я не знаю, что нам лучше. Или оружейку прокачать, или кухню. Давай, наверное, кухню все-таки сделаем. И... Так, шашлычок обязательно надо заварганить. Че, у меня, ребят, стамины нету, ты представляешь? Ноль стамины, я не могу ничего крафтить. Значит, нам придется с вами покемарить. 80, это слишком жирно, ребята. 80, этой голода у нас отнимут. Вот так вот как-то. Стаминка есть? Стаминка есть. Отлично, давай приготовим с тобой хотя бы уж шашлычок. Блин, брокколи не хватает. Одного этого не хватает, зерна. Ай. Не понос, блин, так золотуха, да? Неужели нам придется с вами слопать это все дело? А куда деваться? Придется лопать шашлык. И он дает-то, кстати, не особо много. Вот что самое обидное. Наверное, надо было все-таки нам вот это вот развивать, потому что тут, видите... Ох, ядрить, конечно, надо было это сделать. Блин, блин, горелый. Смотрите, ребят, тут 80 стамины, это в плюсе. Плюс хп 20. Ай-яй-яй. А я скрафтил себе чушь какую-то. И причем сейчас полнейшая ночь. Куда я сейчас пойду на ночь глядя гулять? Никуда, мне придется спать. А я посплю, у меня... Опять же будет проблема со здоровьем. Что такое? Черт подери, мы типа выспались. Мы не хотим спать. Ты понимаешь, какой он? Какой он этот? Одей, 7 часов 36 минут. Диалоги. Какие-то диалоги. Все с кем-то ведем диалоги. Ладно, давайте выложим в сундук вот это вот все, вот эти причиндалы. Они нам не пригодятся. В пути. Я вам так скажу. Ну что, придется идти по темноте, а что сделаешь, ребят? Ни аптечки нету, ни шиша, блин. Офигенно просто. Давай сходим. Так, что он там, зомби? Все, все с кем-то, с Роджером с каким-то разговаривает. У нас тут что? Угу. Так, тут очки, ножи и мачете. Это все, конечно, замечательно. Но мне надо, блин, еда. Да, ребят, на еде споткнулся и теперь... Во! Вот здесь надо. Надо здесь лутать, опять же. Знаете, тут как двояко сделано. Либо тебе еда, но никаких этих медикаментов. Либо медикаменты, никакой тебе еды. И он опять у меня, блин, говорит, что он голоден, понимаешь ли. Че, ночника нет никакого? Не включить? Нет, ребята, света здесь, а? Так, что это такое? Опачки. Ну, хоть что-то, спасибо. Консерву нашли. Грубо говоря, мы с вами перекусим. Так, а тут свет у нас есть, отлично. Здесь у нас тупик. А нет, не тупик, ребята. Фу ты, я думал, уже кто-то идет. Нет, никто не идет. Ядрить тебе на корень, это кто? Их две. Мне с ними драться придется, да ведь? Да давай ты забегай. Фу. А что мне делать? Что, ребята, мне прикажете? Как мне их бить? Слушай, ну зато еды дают. Блин, аптечки нету, здоровья мало, аптечки нет, стамина на исходе.
Вот так вот, ребят, вот такая вот игра на выживание. А вы говорите, Рэй, продолжай, продолжай. Я сейчас отдуплюсь, и вот у меня рекорд будет 5 дней. Я не знаю, правда. Мы начнем с вами с самого начала. Я вот это помню, но... Смотри, стоят там внизу, а? Подкарауливают меня. О, нашел какую-то... Да иди ты в пень! Блин, а, ребят, ну... Ну, а что делать? Придется, придется, иначе... Ну, зараза, а, неохота мне с ним. Ну, там мобила, она что-то хочет. Ладно, придется драться с этим говнарем. Ой, ну и атака у нас. Он нас, по-моему, заколбасит сейчас. А мне еще вниз к этим двум дурам спускаться. Эй, как я там... Ладно, предположим, я его заколбасил, да? Мобила, мобила, мобила. И что? В аэропорт что-то там. Что-то там в аэропорту. Блин, я не знаю, что делать. Зато с вами нашли зерна. Ну да, да, да. А этот, кстати, ребята, лажовый. Он легкий. Ага. Легкий. Сейчас, по-моему, мне хана будет. Нет, я успел его бомбануть, но мне отсюда живым, по-моему, не выйти. Как мне выйти, когда там вонючки внизу стоят? Так, может быть, здесь вдруг аптечка будет, а, ребят? Эти хренушки, как говорится тебе, а не аптечка. Вот так вот. Прям круто заявляют. Рэй Болт, большой тебе и толстый. Ну и как вы вниз к этим клушам спускаться? Ни шиша нету, 6 здоровья. Может быть, слушай, если я сохранюсь? Прикинь, сохранился здесь, да? Пробежать вряд ли, да, наверное, пробегу, ребят. Но я попробую. Пидюнс! Что? А можно рисануться? Ну, тут тебе говорят, парень, купи. Нажимаем конец. И, как вы видите, я прожил 5 дней, 7 часов 24 минуты. Мне дали какой-то чемодан. Ящик, точнее. Давай посмотрим, что нам в этом ящике. Ну, спасибо вам большое. Какие-то монетки и две, ребята, тряпочки. Слушай, а как же вот сюда вот это вот все интересно расставлять? А, смотрите, мне дали 100 монет, да? 100 монет. Здесь ценник, ты посмотри. 450, 200. То есть это якобы я могу купить. Могу. Могу, но не получится. Так, и, кстати, скиллы. Насчет скиллов-то у нас же тоже здесь. Так. Как вот это вот все, ребята, приобретать? Видите, там можно сытость на 20% больше, стамина на 20% больше. То есть она вот таким вот, ребят, макаром. А как мы с вами открываем новых персонажей, я пока тоже без понятия. Ну, вы поняли. Сейчас я, наверное, начну с самого начала. Опять у меня все тут будет сломано. Да. Вот такая, ребята, игра. Так что все здесь нужно рассчитывать. Ну, а я не знаю, ребят, если мы будем продолжать в нее играть, тут выживать, делать рекорды, вы пишите мне в комментах. А так сделаем с вами, наверное, вот это вот последний видосик, да? Потому что вы принцип поняли. Здесь нужно выживать и все рассчитывать. То есть суваться в такие места, где тебе полная борода, лучше не стоит. Когда у тебя нет ни брони, ничего такого нету. Так что, ребятулечки, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.